Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». У нас здесь ивент, я смотрю. Давайте-ка посмотрим, что это за... Так, перчатки и наручи. Или когти и наручи. В общем, не имеет значения, ребята. И я думаю, что нам надо с вами офигеть. Вы посмотрите, как они эпически смотрятся у боксера. Такие шокеры, ё-моё. Но на вампире тоже нехило. Поэтому я думаю, что нам надо обязательно попробовать пройти это испытание. Ух, собрались, как говорится, силами. Так, что это у нас такое? Воу-воу-воу-воу, тихо. Тихонько-тихонько. Давай-ка возьмем провокацию для начала. Замечательно. И теперь будем валить, что есть мочи. Расстреливаем нафиг к ядрене фени. Так, запускаем молнию отбоя. Да, именно так вот. Получите, распишитесь. Вот так еще вот. Дождь, как говорится. Так, тихонько отойди. Так, подожди, это что? Кто это у нас там запускает такой? Оу! Ты видел, что делает боксер, а? А я видел. Только что прочувствовал на себе. Так, погоди-ка, я не помню, с какого перепуга тут стрел... Тихо! Блин, надо вот это ставить, ребята. Берем боксера в ловушку. Вот так вот. Теперь стреляем по этому стрелку. Что бы сделать-то такое, а? Блин, у меня стрелок сейчас погибнет. Ребята, погибнет у меня стрелок. Если мы сейчас же... Хотя ничего у меня не погибнет, все нормально. Я просто путаюсь. Чужого стрелка за своего принял. Все, надо, ребят, наказывать вертушкой. Боксер сейчас упадет, стопудово я вам говорю. Все, вражеский боксер повержен. Дальше продолжаем, ребята, играть. Так, пора и стрелка уже уничтожать. Он тут надоел. Бегает, что-то суетится на пустом месте. Эх, не получается, ребят. Давайте тогда так сделаем и в ловушку его схватим. Ну и естественно... Мой бравый заключенный его сейчас быстренько уложит на обе лопатки. Так, есть! Ну и что же нам достается? Нам должен, по идее, какой-нибудь сундучок достаться, так? Или сразу дадут перчатки? Сейчас посмотрим. Так, на ранг S мы прошли, $150 мы получили. Монетку сундук ярости. Вот как оно. И, естественно, ребят, мы будем его... ставить на разблокировку 6 часов. Я думаю, ничего страшного, как-нибудь подождем. И все, да? Можно, конечно, уровень сложить. А, погоди-ка, тут еще у нас есть. Вот так, что там у нас? Дает не менее 40 минут черной жемчужины, снаряжение для вампира и боксера, а также шанс получить перчатки ярости или когти оборотня. Угу. Вот так вот, ребята. Так, это мы с вами позже сможем только сделать. Ну, в принципе, что нам остается? Нам остается, ребята, пойти с вами... Сейчас вот здесь еще кое-что глянем. По-быстренькому. Так, лжечная игра, да? Значит, что у нас здесь? Ну, я думаю, что это... Погоди, я могу и это, что ли, проходить? Король бойцов тоже могу пройти. Странно. Все три испытания мне открыты. Хм, за раз, что ли? Круто. Но для начала, ребят, я хочу сходить вот сюда. Часовня 1. Раз, два. Давайте, наверное, до этого боссика с вами попробуем дойти. Ну и там посмотрим уже дальше, что будет. Так что поехали. Так. Ух ты. Круто. Теперь будем ожидать, ребята, вражин. Вражин, наверное, здесь будет очень много. Подлых, жестких. Ну, я думаю, мы справимся. Я что-то одного не понял. Почему у моей хилки... Разве такой у нее был скилл? Что-то как-то подзапамятовал я. У нее вроде бы рез должен быть, а не вот это вот. Ай-яй-яй, я же, по-моему, что-то поменял, да? Я поменял... Нет, шмотку я не менял, поэтому не могу понять, почему именно такое... Без реза это будет хреновенько нам, ребят, играть. Так, эти меня достали, все. Об отключке. Так, куда ты прыгаешь, ниндзюца? Ты не припухли? Блин, сейчас будут своими сюрикенами стрелять. Смотрите, оп-оп-оп, я так и думал.
Да отойди ты оттуда, то из-под стрельбы. Давай стреляйте, стреляйте, что есть мочи. А то они меня сейчас тут разбомбят. Пух и прах. Ага, схватили. Так, отойди, отойди, пожалуйста, отойди. Да ты будешь отходить или нет, а? Что ты будешь делать с ней? Как непутевая какая-то, все время подставляется. Ха, иди он лучше поешь, отлично. Так, следующая, блин, волна прибыла. Начинаем, пожалуй, вот так вот. Так, берем провокацию на моего заключенного. Все, и вертушка, как говорится, пошла вперед. Неугомонный, а? Ты смотри на него. Иди отсюда. А ты куда прешь? На мою хилочку? Роток раскрыл, да? Уж как-нибудь не так. Давай, давай, ребята. Жарим, жарим, не даем спуска этим говнюкам. Этим ниндзям. Якуза теперь приперлась, а? Не было, блин, печаль называется. Хорошо. Оу, ничего хорошего, ребят. Давайте усиляться как-то, я не знаю. Выпускаем молнии. Сразу же капсулы. И отходим, 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 отходим. Нужен хил мне обязательно, срочно. Успел, кажись. Теперь расстрел. Отлично, отлично, все. И делаем барьер на нашу хилку, чтобы никто к ней не подошел. Ай-яй-яй, вот это вот плохо. Слушай, я не пойму, что они докопались, а? Давай вертушку делать нафиг, уже достали. И хиляться. Как Женька мне говорил, что вампиршу, точнее не вампиршу, а магичку можно вполне брать взамен нашей хилочки. Очень хочется мне ее прокачать и, естественно, проверить, действительно ли она так хороша. Пошли отсюда, шалупени. Ага, забамбашили. Ну, кто следующий? Где? Где враги сейчас опять? Оу, два амбала сразу же. Это довольно круто, ребят, довольно круто. Так, давай-ка мы, наверное, усилим нашего бойца. Вертушка как раз подоспела. И начинаем жарить. Сразу же выпустим молнию, чтобы она тут каскадом прошлась по всем. Вот так вот. И начинаем расстреливать. Вот так вот. То, что нужно нам. Так, подожди, 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 подожди. Что-то немножко не того, ребят. Ага, чуть было не продинамил. Так, если они сейчас будут зажимать, я, естественно, ребят, применю прыжок, который их тут нафиг всех раскидает. Вот так вот сделаем. Слушай, хилки меня бесят, вражеские, естественно. Этого надо убрать, отсюда мешается только под ногами. Все, да? А нет, кто-то еще, вон, прыгает, ниндзя. Поливаем их огнем. Ну и, наверное, берем провокацию на себя. Вот так вот, отличненько, все. Что ты, блин. Мой солдат, как всегда, стрелок, хромает. Ну, давай, давай, расстреливаем, расстреливаем. Очередная волна. О, ребята, вот и оборотень пришел. Это плохо. Это плохо. Черт бы их побрал, этих оборотней. Так, отходи, отходи, отходи. Надо одного схватить, чтобы он там слишком сильно не выеживался. Так, отходим. Добьем, успеем добить или нет, я не знаю, ребят. Хотелось бы, чтобы он не успел превратиться. А там уже как получится. Ну-ну-ну, добивай, 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 добивай его там, ну. Оу, а вот, ребята, и оборотень пришел. Делаем защиту. И откидываем его к ядрене фени, он тут достал уже. Провокацию берем на себя. Кстати, надо стрелком взять вон там он. Там и наметкость заодно, и пушка лежит. А теперь давай-ка поговорим с тобой, песик. А? Как вам, ребят? По-моему, очень даже хорошо прошло. На ранг S должны потянуть. Сейчас посмотрим. Ну-ка, S. Да, 142 бакинских зарабатываем. Волчья шапка, редкая. И продвинутый сундук получаем мы с вами. У меня еще одна ячейка есть, и это говорит о том, что мы... Ах, до босса-то не сможем дойти.
Ай-яй-яй. Да, ребят, только все из-за того, что у нас и кристаллов-то у нас нету. И ускорить мы никак не сможем открытие. Ну хорошо, давайте пойдем с вами в часовню 2. Значит, получается, и здесь мы не сможем поиграть, да? Ай, как печально. Как печально-то, блин, вот здесь вот хочу, ребята. Но, как вы знаете, нифигашечки. Почему-то я могу только создать комнату, а готовых комнат здесь нету. А почему? Пока не понимаю, ребят. Хотя по рейтингу, если смотреть, вот глядите, сейчас я вам кое-что покажу. Вот здесь вот, рогалик мод, если смотреть. Вы посмотрите, сколько здесь народу. Это только топовые стоят здесь. Причем очень много опять китайцев, корейцев и так далее и тому подобное. 59-й этап, вы можете представить? И, по-моему, вот это вот мой. Я на 9-м. 59-й, у меня просто в голове не укладывается, какая... Да, лучший этап, вот у меня 9, а тут 59. Это охренеть. Просто жесть какая-то. Как они до туда доходят, я ума не приложу. Смотрите, картинка-то, кстати, поменялась, ребята. Вон, смотрите, какая чиксуля здесь стоит. Раньше была какая-то, по-моему, другая и невзрачная. И тут, смотрите, какая-то металюга. В общем, неплохо, неплохо. Ладно, ребят, нам с вами пора отправляться в часовню 2, наказывать там очередных бандитов. Кстати, давайте кое-что еще глянем. Что у меня на складе? Что это такое? Ну, я думаю, что это можно будет продать. Шапка-то никчемная. Вот для вампира, конечно, когти хороши, но они слабенькие в плане того, что они синие. А у меня, вы знаете прекрасно, у меня на вампире стоит фиол. Да, рапира и магиня практически, ребята, уже все одеты. Вот единственное, что костюмчик, конечно, не айс. А что это за колечко такое, а? Замедление плюс 14. А здесь у нас что? Атака по площади. Слушайте, для вампиров почему-то в самый раз показывается вот это колечко. О, вот так вот. Ну, как видите, когти проигрывают. И на вампира нету шляпы, и на вампира также нету у нас брони. Не знаю, где достать, это все очень тяжело почему-то достается именно на вампира. На магиню как-то еще нашкреб с этих сундуков повыпадало, а на вампира вообще ничего не хочет выпадать. Фух, ладно, ребят, раздухарился я, как говорится. Погнали с вами, часовня 2 нас ожидает. И мы с удовольствием туда войдем. Итак. Ну, я сомневаюсь, что вампир у нас будет в часовне находиться, потому что он вампир, он не любит всех этих святых угодников и так далее и тому подобное. Хотя, может быть, здесь какой-то особенный вампир, фиг его знает. Так, я смотрю, враг-то тут крепенький такой, да? Оу, да тут даже механизмы у нас пошли. Что-то новенькое, ребят. Что-то новенькое, а? Да пошел ты отсюда, ты уже достал мне. Слушайте, я думаю, что пора, наверное, вертухан здесь применять. Да-да-да, именно вот так вот. Слушай, хорош моего этого бомбить, ты уже достал, робот. Иди отсюда по-хорошему. Прицепился. Ну-ка, давай, бомби его. Так, тут-то еще кто? Блин, тут солдаты пришли. Все, солдаты... Ага, следующая партия солдат. Так, робота на этого хватать. Иначе он допекет нас. Делаем провокацию на заключенного. Пускай они лучше в него будут стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что происходит, ребят. Эти вылетели. Капсулы долбанные. Они бомбят-то не по-детски. Очень больно бомбят. Дай-ка я на всякий случай на хилку поставлю эту защиту. И будем отстреливаться. Да давай ты, блин, стреляй ты по этим капсулам. Во, молодец. Умница. Ну что же я скажу, справились пока. Опять, еще очередной робот выходит. И, как всегда, стрелки. Так, у меня есть выстрел один, давайте его используем. Тыч, вообще замечательно, он у меня ваншотит, даже так скажем. Давай этого говнюка там пришьем возле стенки, все, нормуль. И, естественно, поставим себе подхил. И меткость возьмем себе, во, вот так вот. Так, подожди. Какого лешего этот робот подошел, а? К моей хилке. И бомбануть причем он собирался, ребята, да. Я-то это дело прочухал. Пошел ты. Вот так вот, валяйся там. Сейчас распадется на мелких, да?
Нет, не распался. Ну и хорошо, нам-то лучше. О, давно я, ребята, этих сосунков не видел. Вышли наконец-то. Давай-ка обстрел по полной программе делать. Так, подожди, вот этого надо схватить. Эй, отцепитесь. Дайте мне хотя бы защитное поле поставить, а потом уже лезьте. Все. Хе-хе, теперь можете приходить. Что хотите делать, и все равно вам меня не достать. Туф, минус черепок. Надо этого хмыря тоже накрыть. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Почикали, отлично. Давай-ка вот так еще сделаем. Пух, отлетел. Так, сразу же стрелков начинаем колбасить. Ой-ой-ой, отойди, там ниндзя прилетел. На своем, блин, вертолете. Вертолете. Так, тихонько. Тут слишком большая путаница у нас. Ничего не могу понять, где что происходит. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Этого схватим, выпустим молнии. И вот этого попробуем еще добить. Есть. Так, зэк, берем вот это вот. Ты возьмешь у меня пуху. А ты у меня уйдешь из-под обстрела. Ну вот что вот эта роботека там хочет, я не могу понять. Что он там добивается, а? Отойдем. Он думает, что он сможет меня взять. Нет, не сможешь ты меня взять и поймать, тем более врасплох. Не дано тебе этого. Так, мне такое ощущение, ребята, что босс будет здесь робот. Ну почему-то мне кажется, не знаю, может быть, конечно, я и не прав. Вертушка пошла. Так, подожди. Вот так, еще будем сразу же стрельбу тут наводить. Этого отсюда откинем. Охламона. О, он превратился, ребята, в оборотня. Как вот он успевает, я не понимаю. Он может успеть, может не успеть. Фиг знает, от чего это, честно говоря, зависит. Сейчас мы его к себе привлекем. Все, и начнем уже бомбить. Он сейчас к нам сам прибежит. На радостях. Так, ну а пока мы будем с вами накапливать отхилы и все тому подобное. Давай, беги сюда. Я... Оу, еще один пришел. Ну ладно, будь по-вашему. Мы вот сюда вот сейчас встанем. И еще прожарим лучом. Вот так вот. Я даже думаю, молнии с вами выпустим. Да, пускай молнии бомбят. Вот так вот. Слушай, вот этот вот нам пока не нужен. Пускай постоит, подумает. А молнии почему-то до сих пор не вылетели. Почему? Ну-ка давай, выпускай-ка их. Так, роботека, ты куда там собрался? Чё-то ты не по месту двигаешься. Так, одного разбомбили, второго разбомбили. И здесь будет у нас вертушечка. Сейчас они все отлетят. Вот так вот, смотрите, не успел превратиться. Видите, ребят? А, мы уже прошли. Фу, довольно быстро и легко. Я даже только, как говорится, раскуражился. И на тебе, конец. Трехзвездочный получаем шлем, шляпу редкую и маленький сундучок. Блин, ну как же мне хочется, ребята, пройти босса. Но тогда мы профукаем с вами сундук. А с сундука, ой, а с босса выпадает именно сундук. Что-то как-то вот не айсово у нас здесь получилось. Может быть, мы, вот, мы можем вот этот с вами открыть быстренько. Давайте сделаем, чтобы нам освободить ячеечку. Да, и скорее всего пойдем сейчас с вами сразу же прямиком на босса. Часовня 3. Поехали. Кто у нас тут будет, я пока ума не приложу. Оу, оу, Роджер, это, ё-моё, да ладно, вы, наверное, издеваетесь. Вот вы тут, блин. Да отойди ты. Вот это жесть, это очень хреновенько. Так, мне надо будет в первую очередь, наверное, бомбить этого детка-старичка. Да-да-да. Именно его. Так, отойди. И ты тоже отойди. Ты видишь, дубинки он эти шоковые свои стреляет. Оу, щет. Так, тоже отвали. О, сейчас дед тут начнет, блин. Погоди. О, ребят, да тут вообще жесть какая-то, вы посмотрите. Что тут происходит? Надо деда валить. В первую очередь его. Я уже понял. Так, отойди. Так, давай-ка мы с тобой попробуем сейчас вертушечку зарядить. Да, даст он нам вертушечку зарядить, конечно. Хотя, может быть, и даст, ребята. Так, надо Роджера придерживать, чтобы он нам не мешался.
И тогда все будет хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ты смотри, что делать, а? Дедок-то раздухарился? Черт бы его побрал. Тихо, не трогай мою хилку, даже не думай об этом. А, как быть-то, а? Да ладно, блин. Черт тебя побери, ты посмотри. Ребят, я не успеваю просто среагировать. Кто тут, куда, чего, для чего, блин? Фиг разберешь. Хилимся. Так, этого надо откидывать отсюда, нафиг достал он. Так, хилка, уйди, пожалуйста. Уходи. Так, Боя теперь атакует. Надо его нафиг схватить, он достал уже. Ах, старый хмырь. Да хилка, уйди, говорю, блин. Жесть, ребята, переигрываем. И еще разок поехали. Так, какая там уже попытка-то у нас? Я сбился со счета, просто-напросто, вот и все. Так, хорошо, давай делать так. Сделаем вертушку. Вертушка нас прям так спасла, обалдеть как. Хорошо, давай отталкиваем их всех. И беремся опять за деда. Беремся чисто за деда, ребята. Чтобы он тут ничего не делал и ничего не смог сделать. Так, отталкиваем. Здесь ставим защиту. Здесь тоже защиту ставим. Молнии, молнии надо обязательно выпускать. Да отойди ты, прикопался-то. Слушай, ну дед этот хмырь старый. Жесткий мужик, я смотрю. Он не хочет просто так проигрывать. Молнии, нет. Не получается, ребята, не получается у нас выпустить пока пар. Ну вот так мы можем сделать. Да, теперь как раз двоих мы заденем. Защита, защита. Что мне защита? Сейчас пока она не нужна. Надо вертушку делать. Поехали. Хорошо прошло. Давай-ка теперь вот так вот дождик на них из пуль. Роджера мы задержим пока. И деда, деда валить надо. Ах, дедуля. Так, это мы все убираем. Ну-ка, что ты там, заключенный? Эй, расходимся, расходимся. Молнии запускаем. Так, хилка, отойди. Вот это там буянит, а? Псих-то этот, Роджер. Давай сделаем так и отстрельнем его. Отойди, хилка. Ух, успели. Теперь вертушку только надо делать. Кого я там схвачу, я фиг знает. Там такая куча мала, там даже не поймешь, кого мы что там прихватили. Так. Вот так вот сделаем. Отойдем нафиг. Эй-эй-эй, уходи. Уходи. Вот достал он, а. Если честно, он достал. Ставлю, короче, неуязвимость. Так, молнию и хил. Пока другого варианта, ребята, я не вижу. Так, капсулы. За кем он там охотится? Теперь он побежал за моим стрелком, да? Хорошо, давай, отбегаем. Вертушка-то будет готова или нет? Где вертушка? Вот она, вертушка, погнали. Доли секунды, может быть, выиграем. Так, делаем подхил. Усиление. И, пожалуй, вот так вот. Как вариант, ребята. Роджера задерживаем. Ух, жесть. Так, ну и, естественно, стреляем, наверное, в деда. Куда ж ты стреляешь, а? Надо было в деда бомбить. Ну, ничего не поделаешь. Давай-ка неуязвимость включим. Потому что зэк у меня что-то тут вообще захандрил. Хил. Все, с этим говняком мы закончили, ребят. Теперь остался у нас Роджер. Отойди, отойди. Попали, попали. Попали неудачно.
Так, давай его схватим. Польем дождиком. Так, вертушка у меня готова, да? Вертушка — это хорошо, ребят. Давайте-ка вот сюда вот подойдем поближе. И будем уже бомбить его. Ух, есть, есть небольшой шанс, ребята. Совсем маленький. Да, он там сейчас будет психовать. Ух, знаете, как кто? Просто не представляете, что он сейчас будет вытворять. И может вытворять. Так, выпускаем молнию, выпускаем капсулу сразу же. Неуязвимо сейчас через одну секунду я поставлю. И успею ли? Должен успеть. Стоит, не стоит, не пойму. Вот, все, мы активировали. Давай его теперь бомбить, пробовать. Расстрел. Потом еще вот такой расстрел, ребята, сделаем. И в ловушку его захватим. Фух, должны сделать его, ребята. Да. Есть. Да, это был тяжелый босс, если честно, ребята. Но оно того стоило. Ух ты, опасный злой медведь. Редкое. Ух. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, я думаю, что можно... Подожди-ка, а нам что, не дали никакого сундука, ничего? Странно, да, как-то? За босса ничего не дали. Ну, тогда мы можем сделать с вами что? Пройти одно из заданий. И какое же нам выбрать? Я робот? Сложно. Сложно, ребята. Тоже сложно. Погоди, а почему стоит на сложном? Мне сложно даже... Закрыто еще, я не могу им воспользоваться. Стоит на сложном. Так, я робот, значит, король бойцов. Король бойцов и лжечная игра. Ну, лжечную игру мы, по-моему, недавно проходили. Я робот тоже проходили. Давайте, может быть, король бойцов украсть вас. Короче, мы получим с вами за это сундук. Так, поехали. Ага, боксер, стрелок, блин, самые такие. Ну, почему-то вот когда у них боксер, он просто зверь. Когда он у меня, какой-то дрищ. Когда я им играю. У них же он просто жесткий. Смотрите-ка, пониженная защита у нас, это плохо. Ну, здесь, в принципе, ничего страшного, ребят. Я здесь порву их в любом случае. До сих пор я не могу понять, почему у меня у хилки не тот стоит перк или скилл. Как его назвать-то проще, не знаю. Погоди-ка, нам нужно хилиться. Что это за дела-то, я не понял я. Боксера, ну-ка вали отсюда вообще. Прицепился, а. Давай вот так, неуязвимость, и будем уже расстреливать. Я буду применять здесь все, ребята. Капсулы, херапсулы. Луч этот, шокерный. Стрельбу, такую стрельбу. Все, все, что есть у нас. Да, как можно больше нанести урона, дамага и так далее, тому подобное. Так, капсулы, что у меня там? Бомбит! Мы даже подхилиться успеем спокойненько, причем, ребят. А вот эта вот бочка, если когда падает на тебя сверху, она наносит колоссальный, ребята, урон. Поэтому лучше не подставляться лишний раз. Так, боксер, что ты там выделываешься, я не могу понять. Сейчас вертушка моя созреет, и я думаю, тебе не поздоровится. А, сбил, гад, ты посмотри, что он сделал. Он сбил мне этот вражеский стрелок. Оу, нет, только не это. Ты посмотри, что, кто прибыл. Прибыл вражеский заключенный. Вот кто прибыл, ребята. Поэтому у меня тут очень мало вариантов. Оу, я уже думал, стрелка подбили. Нет, стрелок еще жив. Но дела наши идут здесь не совсем хорошо. Очень даже нехорошо. Так, дайте-ка мне что-нибудь такого замутить-то, я даже не знаю чего. Что бы сделать-то? Давай-ка вначале вот прыжок сделаем. Подхилимся. И уже будем, наверное, вертушку делать. Да, ребят, вертушку надо делать, потому что боксер якобы очухался. Чувствует себя очень хорошо он. Я вот только, знаете, чего не могу понять? Где мой-то стрелок? Где он-то? А, вон он стоит, ё-моё. Бедный, в оглушении весь. Хорош там буянить заключенный, а? Вражеский, я имею в виду. Эй-э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 й, тихо. Мне нужен подхил срочно, потому что у меня стрелок сейчас погибнет. Фух, ушел. Блин, бочки еще тут катятся. Все как вовремя. Да тихо вам, блин.
Это что, специально, что ли, я не могу понять, а? Сделано. Бочка за бочкой катится. Пошел ты отсюда, достал в корень уже. Так, что бы нам сделать? Мы сделаем защитную ауру на себя. Так, мой интерес заключенный будет вставать или будет так валяться там, прохлаждаться? Давай. Мы его сейчас еще схватим. Вот так вот. Ну и все, в принципе, ребята. Дело, как говорится, сделано. Сейчас мы просто его добьем. Не все. Так, будем молнии выпускать. Так, хилка, давай-ка укрепи-ка мне это. Я не могу понять, почему-то мой все время падает. Смотри, бум, и упал. С какого вдруг перепуга-то он падает? Че он выделывается-то здесь? Сейчас ему хана настанет. Рожа такая. Ну что, недолго ему осталось жить. Пойду за энергетиком пока схожу, вот. Взял энергетик себе спокойненько. Опять бочки начали катиться. Где мой стрелок? Пора ему вступить в дело. А, без него даже справились. Ну что, ребята, заколбасили, прошли ивент. Да, он довольно такой жесткий. Я не знаю, что здесь будет на режиме ад. Там действительно, по-моему, будет ад. И я не знаю, как нужно быть одетым для того, чтобы это пройти. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы на этой ноте с вами будем завершать. Я до сих пор не могу понять, почему мне не дали ничего. Хотя, подождите секунду, ребят. Я, по-моему, должен сам здесь все это дело забирать. Если я, конечно, не путаю. Испытания. Мы же не это проходили? Нет, мы проходили, по-моему, вот это. Погоди, а почему мне ничего не дали, а? Мне вот открыли сложность. Странно. А ничего не дали, ни сундука, ничего. Ладно. Прошли, так скажем, для своего удовольствия. А, нет, вот, все. Получили, ё-моё, я уж думал, ничегошеньки не заработали. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте мы будем с вами завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, мы обязательно встретимся в следующей серии. И смотрите, ребята, у нас осталось, по-моему, 2 уровня, и все, и игра, наверное, будет пройдена, я так понимаю. Ну, пройдена, не пройдена, это все потом, она все равно будет обновляться, наверняка будут какие-то новые карты, может быть, новая история, это все у нас будет потом. Ну, а на этом все, всем пока и удачи!